Дорогие зрители, любимые зрители, 13 июля состоится мой сольный концерт в амфитеатре в рамках «Славянский базар». Я вас с нетерпением жду на нашем концерте. Буду рада и счастлива вас видеть и петь для вас. Я желаю мира, любви, добра и до скорой встречи, потому что «Славянский базар» у нас всегда в сердце. Вы в нашем сердце, и мы вас любим. До скорой встречи. Спасибо вам.